Закончились летние каникулы и наступил новый учебный год. С каждым классом нагрузка на школьников возрастает. Появляется больше новых предметов, а свободного времени, напротив, все меньше. Домашние задания становятся сложнее, а требования к экзаменам все жестче. Как справились с началом занятий конаковские школьники, узнавала наша съемочная группа. Как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и летние каникулы незаметно подошли к концу. Возвращение к школьной жизни обычно связано со стрессом у детей и родителей. Это и режим дня, и обязательное выполнение домашнего задания. Почти завершилась первая учебная неделя, и поэтому мы узнали, насколько тяжело было входить ребятам в рабочий ритм. Тяжеловато идет, но так вроде нормально. Ну, нет особо таких прям тяжелых предметов, которые резко прям упали. А на что упор вот делаете? Ну, больше как-то на базовые предметы. Русский, математика, да, иностранные тоже. Да, а остальные все нормально. Легко. Уроков мало поначалу, поэтому вливаешься потихоньку. Потом в ритм нормально войдешь, все спокойно будет. Смотря как лето проводить, если ты отдыхал постоянно, то сложно. А если после работы, то вообще как в сказку попал. Я как-то не испытываю особую нагрузку. Мне нравится учиться, мне нравятся наши учителя, поэтому я быстро справился с этим режимом. Я стараюсь больше спать, отдыхать. Просто как-то физически, морально себя подготавливаю к школе, к экзаменам. Мы сейчас 11 класс, поэтому мы готовимся больше акцентируем свое внимание на те предметы, которые мы сдаем. Что сдаете? Биология, химия. Английский. А мне вообще легко удалось, потому что я учился все лето, поэтому мне принципиально ничего не поменялось почти. А что учили? Программирование. Веб-разработка. Готовитесь к поступлению, да? Нет, для себя, для работы в будущем. Сначала было трудно, но сейчас уже интересней стала школа. Ну, да. Легче тоже учеба. Новые предметы. Да. Много чего интересного и легче, и много даже становится. Ну, пока что сложновато, но так расписание пока не устаканилось. Поэтому еще пока неизвестно. Вроде летние каникулы быстро прошли, но все-таки учебный год очень тяжелый. Там иностранный язык, русский, немецкий, английский, не знаю, кто учит там математику. Вот пока все хорошо идет.